Слушай, у меня к тебе разговор. Что? Помнишь, я говорил тебе о своем брате? Его заставили проходить специальную программу, но ему там не место. Не дели шкуру неубитого медведя. Понимаешь, о чем это? Нет. Там что-то произошло. И теперь его отправили в тюрьму Райкерс-Айленд. Его там могут убить. Слушай, ко мне тут пришли. Можно? Принесешь еще 10 штук, и твоего брата выпустят под залог. Ты где? Сколько денег ты можешь достать? Да ладно тебе. О, господи. Шутишь, что ли? Думаешь, я для себя это делаю? Хочу вытащить его. Даже и не думай. Так будет еще хуже. Ты раньше сидел? Что с твоим братом? Хочу тебя кое-куда отвезти. Тебе понравится. Это место, где мы сейчас находимся. Тебе здесь будет весело. Ты хорошо проведешь время. Хорошее время.